المسلم يحب الخير لكل الخلق حتى للكفار، هو يريد أن الكفار يدخلوا في الإسلام ولا يبقوا على الكفر، يخاف عليهم من النار. لا بد أن المسلم ينصح لكل الخلق، يكون ناصح. مسلمان بصفه характеру должен любить все и вся. И даже людей, которые не являются мусульманами, он переживает за них. Он хочет, чтобы они стали мусульманами. Он призывает их. Он дает им нужные советы. Он хочет, чтобы все люди в конечном итоге оказались в раю. Таково пожелание и статус мусульманина. بدأونا هم بالدعوة إلى الباطل. поэтому мусульманин всегда должен заниматься призывом по мере его возможности, используя мудрость в его призыве. Если мы не будем призывать неверующих людей к исламу, то они начнут нас призывать к своей ереси. نحن لا نغش الكفار، لا نقول أنتم على خير أو تدخل جنة، نقول لا، إذا بقيتم على الكفر فأنتم في مخلدين في النار خلود أبدي. поэтому мы не должны, так скажем, любезничать перед неверными и говорить, что вы тоже станете обитателями рая. Мы знаем, что Коран определил рай исключительно для людей единобожия, те, которые поклоняются исключительно Всевышнему и не приобщают ему сотоварищей. Поэтому мы должны им говорить, если вы не станете мусульманами и не примете ислам, то конец ваш будет очень плачевен. То есть мы должны в этом проявлять серьезность.